Пензенцы начали чаще обращаться к клиническим психологам. По словам специалистов, большую роль в этом играют профилактические мероприятия. Люди стали осведомленнее, а родители перестали бояться делиться с профессионалами проблемами, которые возникают в общении с детьми. В каких ситуациях без помощи специалистов уже не обойтись, речь пойдет в очередном выпуске программы «Экспресс-тема». В гостях у ее ведущей Альбины Баешевой побывала представительница Пензенской областной наркологической больницы Кристина Романова. Здесь вопрос такой комплексный немножко. Да? Все зависит от тяжести заболевания, от того, на какой стадии зависимости находится человек. Если это только начальный этап употребления, да, психоактивных веществ, то да, можно использовать только лишь психотерапевтические методики, психологические методы. Да, но чаще всего люди обращаются тогда, когда уже поздно, когда заболевание стало тяжелым. И здесь вести речь можно только о комплексной помощи. В беседе речь зашла и о том, в какие периоды к специалистам начинают обращаться чаще и почему. Более подробно об этом вы узнаете из программы «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир в 17:55, сразу после первого вечернего выпуска новостей на нашем канале.